бабушка, мне осталось рвать малину. Я хочу со своим ребенком скупнуться. Скупнуться? Ну давай. А потом будешь помогать абрикоски мне рвать? Да. Ну давай. А не поздно? Ой, что ж ты его вниз головой-то кинула? Не могу даже. Ой, сейчас бабушка его. Задохнется сейчас. Ой, ты ему что, ему свой даже купальник? Сейчас можно летом пособирать малину и потом заморозить на зиму. Да. Мы сейчас собираем ее. Девчонки очень любят, поэтому сами трудятся, сами собирают, да, Каролина? Да. У тебя тут и желтая, и белая, это красная малинка, да? А у нее одна красная. У Камилы красная. И желтая есть. И желтая. Ищите, тут много малинки еще. А у меня еще мало, Камила больше пособирала. Ну ничего, тут вон полно, красное еще, собирай. Это и сухарики. Сухарики? Ты давай малинку собирай, сухарики. Тут у нас очень много и груш, и яблок, да? Но они еще не поспели. Вы пока собирайте малинку, а я покажу, как у нас сыпятся яблочки, белый налив. Каждый день собираем их, убираем. А их тут много-много-много. На дереве. Малинка вкусная. Ну, я так и поняла, что она вкусная. Девчонки вчера только целую кучу пособирали, убрали, да? А ветер дует, и тут их много, потому что очень много. А это яблоко-груша. Она еще зеленая. Не надо на дерево залазить. Ты лучше иди малинку на зиму дальше собирай. А тут у нас маленькие уточки. А тут чуть побольше. А сколько у нас черешни много. Маленькие побежали уточки. Они сами уточки высиживают яйца. И вылупляются уточки. А черешня, видимо-невидимо, она уже начинает гнить. В этом году ее столько много, что собирать некому. Мы ее даже не успеваем собирать. Тут много деревьев, они очень обсыпанные ягодками. Тут их, видимо-невидимо. Вот их сколько. И это дерево все усыпанное ягодами. Так, а что у нас тут еще? И это черешня тоже. Ну тут более-менее мы еще немножко собрали. А тут сливки. Так, тут сливки. Вот сливка. Сливка спелая. Сливка спелая, ты собрала, да? А тут абрикоски спелые-приспелые. Да. Только некому и залез вот эти тоже наверх очень туда. Кислые, вот эти. Абрикосок тоже очень много. А там яблок целая куча у нас. Это низкорослых. А желтую черешню тоже некому рвать, да, внучечка? Там, видимо, невидимо ее. А рвать никто не хочет. Угу. Тут скоро грушки поспеют тоже у нас, да? А вот эти яблоки очень вкусные, когда поспеют. Так, ну что, пойдем малинку собирать, Каролин, да? Да. Да. Пошли, а то Камилочка там собирает. Там моя. Иди забирай свою болечку и пойдем собирать. Вон ее целая куча белой черешни. А? Сладкая, вкусная. Но мы не успеваем ее собирать. Ее очень много. И там дерево есть.
Ну что, пошли Камиле помогать малинку рвать. Он маленький, утятки. Давай подождем, когда они выйдут. Камилочка, мы идем тебе помогать. А ну иди сюда, пугани их, чтобы они вышли. Утятки, Каролина, отойди. Ты мой сладенький. Мамочка, высидела их, да? Так, ну что, пошли дальше собирать? Я вам помогу. Котики наши кушают чебуреки. Девчонки насобирали 5 болеечек малинки. А теперь что, ты хочешь окунуться пойти? А потом пойдем дальше абрикоски собирать? Да? Рвать малину, я хочу со своим ребенком скупнуться. Скупнуться? Ну давай. А потом будешь помогать абрикоски мне рвать? Да. Ну давай. А не поздно? Ой, что ж ты его вниз головой-то кинула? Не могу. Ой, сейчас бабушка его. Задохнется сейчас. Ой, да ему что, ему свой даже купальник одела? Да. Ой. Ну, сейчас я возьму домой бассейн маленький. Зачем тебе бассейн? У тебя ж на руках. Я буду нырять. Ух ты, моя ныряльщица. Что там, вода налилась? Да. Ну, пошли. Он такой тяжелый. Ты хочешь его положить и прыгать в него? Я не пойму, что ты хочешь. Он же не надутый. А я упаду. Боже, коровка. Боже, коровка. Сейчас мы ее вытащим. Сейчас мы ее вытащим. Все, давай ныряй. Покупайся и пойдем быстренько. Надо абрикоски рвать. Это уже скоро темно будет. Еще бабушке хоть немножко черешни надо сорвать. Не боюсь. Круг уплывает. Ой, круг уплывает. Давай туда на него. Оп, лялюшку кинем твою. Пусть плавает. А ты так ныряй. Королюсечка, ты хотела купаться. Заклёнки вышли. Утёночек вышел. Утёночка. Да мои сладенькие. Может, они за бассейн вышли. Всё, они там дырочку найдут и зайдут, пойдут к маме. Давай, купайся. Нашли? Нет, я Каролин, сначала прыгни, намочись, а то тебе будет холодно. Я боюсь. Ну, здрасте, боюсь. Я могу туда, все, буду. Ты сейчас туда залезешь, он не надут, и он перевернется сразу. Давай окунайся и пойдем дальше работать. Очень долго буду у нас. Долго. У меня нет времени долго тебя ждать. Он правда вернется? Конечно, ты думаешь, он тебя будет держать, он же маленький, во-первых, и сдутый. Я плавала в бассейне в этом тут. Да давай уже так ныряй, вон лялюшка твоя уже ныряет. Холодная здесь вода. Холодная? Ну конечно, солнца нет уже, время сколько много. А ты надумала купаться. Камилочка не захотела купаться. А Королюся купальщица. Вдруг тут большой звук. Ты бы лучше прыгнула, и было сразу бы тебе не холодно, как ты это делаешь всегда. Может, не будешь купаться? Я буду. Если я как делаю.
смело или нет? Прыгай. Как зайчик. Бух в воду. Побегайчик. Прыг-скок. Зайчик по полю, а ты в бассейн. Маркиз. Кс-кс. Маркиз, ты чебурека наелся? Он сейчас Маркиз с тобой будет плавать. А он не умеет плавать. Научится, ты его научишь. Каролин, прыгай уже, а. Раз, два, три. Ну, давай, герой. Раз, два, три. Вот так, молодец. Ну, вот эта вода. Холодная? Конечно. Еще раз будешь прыгать? Нет, я другой на руканником садила. Мне очень страшно прыгать. А что, слазит, да? Ага. Ну, давай другой одену и будешь прыгать. Раз, два, три, ребенок. Ну, ты опять неправильно кинула ребенка. Ну, что? Ну, что, все-таки будешь прыгать опять? Угу. Угу, ты же сказала холодная. Класс. Да давай прыгай уже, не надо по лестнице. Уже не холодная? Да. Класс! Уже класс? Да. О, дед пошел поить наших гусочек, да? И они разгоготались там. Уже. Наконец-то. Ну давай, быстренько плавай еще немножко и пойдем работать дальше, да? Малыш выпрыгнул, пока ты на рукавник меняла. Он не умеет. Да, он уже научился. Он не умеет. Камила пришла на помощь рвать нам черешню. А Каролина котам чай делает, да? Нет, чайник я вам старый сделал. Нашел. Нам, все, мы потом. Давай сначала Камилю, поработаем. Чай. Королюсь, бросай кружку свою игрушечную. Помогай Камилочке рвать черешню. Ой. Хоть ведерочко немножко нарвем. Давай. Тут по деревьям тебе не заставляю высоко лазить. Можно вытерся, он уже сухой, тут полотенечко взяла. Сухой? Да. Камил, ты лучше поставь ведерко, а это наклоняй. А, ты хочешь так, как бабушка, да, раз-раз-раз, чтобы они спадали ведерочко. А ты где? Я так делаю тоже. Королюсь, давай помогай рвать. Хорошие ягодки. А рвать некому. Мы уже и знакомых приглашаем рвать. Уже двое приходили. Жалко, опадают. Вот, малыш. Я малышу сделала кроватку. Да? Да. Везет малышу. Он будет лежать, а Каролине надо работать. Смотри, вот как низко веточка растет. Прямо тут даже и тянуться не надо. Бери, рви. Я могу. Хоть где рви. Давай, помогай Камилочке. Так, вот такой вот мы с девчонками собрали урожай. Со мной. Ну, с девчонками. Черешин каких крупненьких сверху нарвали. А абрикосы у нас как персики, крупнючие. Вот сколько мы ящиков собрали. Больше сил не хватило, потом еще нарвем, да? Вкусные абрикоски? Mm-hmm. Да? Да? Классные? Да. Ну? Маркизик. Так, иди сюда, Маркизик. Всем пока. Маркизик, иди к нам. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Камил. Каролин. Камил. Пока-пока. Каролин. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик.
будет уходить на новые видео. Пока-пока! Пока-пока! А у вас такого урожая нет или есть? Пишите в комментариях. Ку-ку! Ку-ку! Это ж не абрикосы, это ж целые персики. У, какие огромные! Все, пока-пока! Пока! Каролина, так близко под камеру не подходи. Все, пока.